Опа, сейчас переведу. Добрый вечер, ребята. Значит, такие дела. Вчера я выложил реакцию с Анной, и вы начали писать в комментариях, что вот это перезалив. Что очень странно, потому что ее реакцию на песню SOS я увидел позавчера. Позавчера я ей написал, что вот, мол, можно переведу. Она сказала «да», ответила «вчера». И вчера я перевел, впервые в жизни я ее перевел, ее реакцию. И впервые в жизни она на моем канале. И я не понимаю, откуда у вас взялась та мысль, что вот это перезалив. Это очень странно. Правда в том, что я ее выложил на свой канал впервые только вчера. Да, сегодня будет новая реакция, это не перезалив. Значит так, смотрите, вот это уже не перезалив, потому что эта реакция была выложена 20 февраля 2023 года, 38 дней назад. Да, это не перезалив. А еще сегодня у нас на повестке дня вот это вот. Николай пишет: «Ты опаздываешь, Алан, ты переводил по субтитрам, а я смотрел ее реакцию по русским субтитрам уже и не помню когда, уже и не помню когда. Мало контента стало, уже извини, но со мной согласятся многие. Эти реакции мы видели с русскими субтитрами, пора искать что-то новое или искать и писать всем, кто только вливается к Dears. Не расслабляйся». Мне было, после прочтения такого комментария, мне было очень и очень приятно. Меня это вдохновляет очень сильно, да. И Николай, если вы подумали, что я серьезно, то это сарказм. Давайте начнем. Привет, ребята, с вами Джейсон Катрон и Кейти Телбот. И мы Vocal Lab Collective. Ты готова? Потому что мы возвращаемся в мир. Все любят Димаша, поэтому давайте начнем. Он только что нам это сказал. О, а вот и я. Если бы ты была русской. Или из Восточной Европы, я не знаю, откуда она. Lovely. Yeah. Я в глаза твои. Wow. Как в зеркало смотрюсь. Это не то, что я ожидал. Отражение потерять свое боюсь. Он отдает песни всего себя. Не хочу, чтоб я лишком. Я хочу этот костюм. Такой красивый. Сумраки ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Мне нравится слушать его нижние регистры. Да, его низкие такие красивые и богатые. And honest. От заботы мелких сон. И честные. Я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Любовь, похожая на сон. А вот и другое измерение в его вокале. Сердец перезвон. Это красиво, Димаш, да, это красиво. Волшебное люблю. Вау. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым села мой тон. It's almost gonna make me cry. Но вопреки законом сна, пускай не кончится она. Он понимает драму, как никто другой, которого я знаю. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не... Знаешь, это как слой за слоем, слой за слоем. Да, буквально. Только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас.
сегодня в глазах твоих себя не потерять. До разлуки нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил ты это счастье быть с тобой. Мы всегда с тобой. Любовь похожая на сон. Сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится. Что вообще я смотрю? Давай, выговорись. Значит, у меня глаза прослезились немного. Это его лучшее выступление, которое мы смотрели, да. Потому что в этом выступлении было все. Да, абсолютно все. А также в этом выступлении было то, что мы раньше от него не видели. Потому что все то, что мы увидели от него ранее, это была драма, большие ноты и высокие ноты, а также свистковые ноты. Но в этом выступлении. Он как бы прожил в уязвимости, легкости и простоты, а также чистоты и невинности в его голосе. У меня просто нет слов, и я хотела бы сказать это до того, как я сказала все это. Мне бы хотелось увидеть его вживую. Да, мне тоже. И он обязательно должен быть следующим вокалистом в фильмах о Джеймсе Бонде. Оу, какое хорошее предложение. Потому что если люди, которые являются директорами и композиторами фильмов про Джеймса Бонда, потому что мы знаем, что вы смотрите. Да, мы знаем, что вы смотрите. И если вы не позвоните Димашу, то вы безумцы. Да, вы абсолютные безумцы. Также я тут подумал, он должен быть в шоу «Вегас». Он должен быть в шоу «Вегас». Да, он точно должен быть там. Я хочу спеть с Димашем. Я никогда об этом не думал до этого выступления. Я хочу спеть с этим парнем, а я не хочу. Как бы я тронута этим выступлением. Да, ребята, и вы, наверное, видите это в наших лицах. Сначала мы такие веселые, мы играемся, а потом резко мы начинаем успокаиваться. А также это отражалось в нашем поведении. Это было что-то особенное. Димаш, ты невероятный артист. У тебя очень редкий и уникальный дар.
Очень редкий дар, да. Спасибо, что делишься им. Да, а также мне нравится, что Димаш выступает за мир и за справедливость во всем мире. И это тоже круто. И мы продолжим делать реакции по вашим рекомендациям, потому что это нравится как и нам, так и вам. Кейти. Да, Джейсон. Это было очень круто, да. Мне понравилось. Я люблю вас всех. Как-нибудь мы должны спеть эту песню. Да, также мы должны поработать над текстом. Итак, ребята, до следующего раза. Я Джейсон Катрон, а я Кейти Телбот, и мы Vocal Lab Collective. Вот, вот, вот такой вот перевод. Вот такая вот реакция. Как вы видели, я тоже сам немного прослезился. Чуточку, немного прослезился. Да, это было очень странно. Потому что я эту песню слышал миллион раз. На этом у меня на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться и всем пока.